Воины! Сегодня вам предстоит битва, какой еще не было. Я знаю, многие из вас уже встречались с рыцарями на узких лесных дорогах. Но вы еще не видели настоящую рыцарскую армию в поле. Когда сияющий строй всадников будет нестись на вас, как лавина, помните, что за этот бой каждый получит двойную плату.
Сэр, только что прибыл гонец от барона де Квазира. Барон просит снять осаду с его замка и обещает за эту услугу оказать нам помощь в обороне Силента. Thank you.
Спасибо за помощь, капитан. Я понимаю, что наемникам нужны не слова, а золото. К сожалению, моя казна сейчас пуста. Примите как знак благодарности отряд моих лучших дружинников. Вильям, мой младший сын, будет рад возглавить его. Он славный парень и будет служить вам верой и правдой. Thank you.
сожалению, денег в этой деревне не осталось, но некоторые жители, хорошо владеющие арбалетами, решили к нам присоединиться.
Thank you.
Добрый день, Дерек. Ничего, что я и мои ученики избавили тебя от возможности сразиться с еще одним отрядом рыцарей. Магистр Бреннек, неужели вы решились применить магию в открытую? Теперь вся Инквизиция прибудет к стенам Силента. Дерек, я больше привычен к звукам битвы, чем к тишине библиотек. Судьба дала мне мощное оружие, и думаю, не за тем, чтобы я повесил его на стену. Я с тобой, друг мой. Да, и называй же меня, наконец, просто Альфредом. Я смотрю, король Стефан серьезно намерен прибрать к рукам наш город. Он поставил во главе армии своего лучшего генерала. Если мы первым делом одолеем его, то победить остальных будет намного проще. Этот предмет наполнен энергией. Верно, здесь не обошлось без магии. Такой артефакт может пригодиться. Thank you.
Рыцари потеряли непобедимого генерала! Победа близка! Дурные вести от короля Виктора. Орки вышли из Веркских пустошей. Все пограничные крепости в огне. Орочьи орды рвутся к столице. Король объявил всеобщий сбор ополчения, но, похоже, этого не хватит, чтобы остановить вторжение. Деренхаль взывает о помощи. Святой Маркус и трое мастеров! Значит, инквизитор был прав. Вторжение орков! Сержант, трубить общий сбор! Мы возвращаемся в Деренхаль!